Warface. Многие до сих пор спрашивают, что же такое Warface. Существо, эпидемия, игра или все-таки говно? Многие говорят, что это говно, но я придерживаюсь мнения, что это все-таки игра. Давайте рассмотрим все по порядку. А что именно нужно рассмотреть по порядку? Ну, разберемся и ответим на главные вопросы, почему же эту игру считают колосборником, каловской, какашулькой. Почему? Почему такие слова? Откуда такое мнение? Но это чуть позже. Сначала о происхождении этой игры. Многие полагают, что это игра внеземного происхождения, что не от того, что она суперкрутая, а просто что она зародилась не на Земле. Об этом сообщают нам очевидцы. Эта машина выползла из-под земли, стала сжечь все вокруг и убивать всех, кто был рядом. К нам попала очень секретная информация. Некие сотрудники подобрали этот объект, эту игру, и решили ее модернизировать, то есть усовершенствовать. Посоветовавшись со своими американскими коллегами, они немного были удивлены после первого запуска этой игры. Вот первая реакция их рискованных союзников. Это самолет! Бля, он что делает? Звезда взрывается! Но вы спросите меня, как же эта игра попала ко мне в руки? Я сейчас вам это в подробностях расскажу. Однажды я работал над своим новым проектом, и вдруг мне присылают заманчивое предложение. Я подумал, ну как, почему, что же это такое, интересно, давайте-ка я нажму и перейду по этой ссылке. Я перехожу по ссылке и понимаю, что меня, мягко говоря, надули. Ну хорошо, что есть, то есть, как говорится. Давайте посмотрим, что нам дальше могут предложить. В принципе, ничего нового, просто дают шанс выбрать персонажа. Ну ладно, давайте закроем это. Дело даже в другом. Эта игра проникла в каждый компьютер, в каждый интернет. В каждый интернет бред какой-то. Ну ладно, я люблю бред говорить. Я вообще люблю бред нести. Ну ладно. В общем, эта игра проникла в интернет, эта игра проникла в каждый компьютер, проникла не только в каждый компьютер, в интернете. Она распространилась везде. Она как паутина. Она по этой паутине, по всемирной паутине, буквально расползлась в долю секунды. И мы видим ее просто на каждом шагу. Каждый раз, когда нажимаю какое-нибудь видео, я вижу скрытую рекламу. Да, оу-е. Вы даже не понимаете, насколько это все очень затронуто. Мы задавали многим вопросы о том, как вы относитесь к игре Warface и вообще считаете ли вы эту игру. И вот что нам как бы отвечали. Вы знаете, мне кажется, что это неплохо выходит и у наших братьев Crytek Украина. Никогда не слышал о таких. Ты что, нуб? Они такой шутер забабахали, Warface называется. Но ведь их в России Mail.ru продвигает. Собственно, без доната там никак. Да бросьте вы. Более того, я на Lefty Vision подписался. Это проект такой, вы что, не знаете? Перспективный, там у них даже картовая помощь есть. Так я после просмотра с Альпиной всех выносил. Огромное ему спасибо. Он даже интервью у местных звезд брал. Канал отличный. Только жалко, что ролики редко делает. Что-то такое видел. Там случайно не картовый мальчик выступает? Именно. Мне с его обзорами даже донат не нужен. Там у него в видеогайдах и фраг-мувики, и мультики. Очень рекомендую. Знаете, на всю Россию рекомендую. А Mail.ru так и передайте. Заеду в 19.00 за дивидендами. Пусть готовят 1000 российских рублей. Ну, можно сказать, что это достаточно весомый аргумент в сторону противников этой игры. И что-то мне из уха вылезло. Ладно, неважно. Короче, весомый аргумент. Но этого недостаточно. Мы должны разобраться глубже. Мы должны разобраться гораздо глубже. Максимально глубоко. Еще глубже. Честно признаться, я бы не стал вести этот разговор, не поиграв бы в нее сам. Оу-е, я спалился. Да, я в нее играл, и в этом нет ничего такого. Ну, соответственно, каждый игрок, не поигравший ни в какую-либо игру, будь то какой-нибудь там копатель или еще что-нибудь такое, что ненавидят многие, он не может судить о ней. Да, со мной я выжил. Я выжил, скажу вам, да, я до сих пор жив. Это произошло более удачно, нежели с Домом 2. Однажды я забыл переключить Дом 2, и, собственно, произошел. Я не хочу это вспоминать, но неважно. И к чему я это говорю? Да, к чему? Я решил проникнуть, как тайный агент, решил проникнуть в этот проект и изучить его. И разрушить несколько мифов. Может быть, для кого-то это и не мифы. Итак, первый миф. Утверждают, что все-таки эта игра насыщена читами. Да. Посмотрим на это шире. Если Warface говно из-за того, что там читы, соответственно, все игры остальные тоже говно, так как там есть читы. В каждой игре есть свои читы. Я раньше думал, что в CSGO нет читов, теперь я в этом ошибаюсь. Существует множество даже каналов, где читы продвигаются и распространяются, там обновления какие-то выходят на эти читы. Так что этот пункт мы отметаем. Я перестал играть в Warface уже давно, и друзья мне сообщают, что уже давно почти искоренено, да, это читерство в Warface, ну и может быть только на самых мелких званиях. Oh yeah.
Следующий миф – это школьники. По моему скриншоту с экрана, точнее видеозаписи, скрин-записи, вы можете все сами судить. Школьники есть везде. Миф разрушен. Все, до свидания. А хрен вам, нифига не до свидания, я вас так просто не отпущу. Вы мне скажете, что все равно в Warface есть школьники. Да, школьники, школьники есть везде. И я не говорю, что они вам везде во всех играх мешают. Они нифига вам не мешают. Где они вам мешают? В КС они орут в чат. Ну, я не знаю, в копатель там какой-нибудь тоже там орут. Ну, где-нибудь орут они всегда в чат. Но, например, в Warface там голосовой чат можно, я не помню, что-то. Короче, они не орут там в этот чат голосовой, его там нету. Точнее, он есть, но я ни разу не слышал, да, когда раньше играл. Вот. Ну, я, по-моему, кроме КС нигде не слышал. А где еще? А я вообще ни хрена ни во что больше почти не играл. Ладно, короче, мы отметаем этот миф. Далее самое главное – донат. Вы скажете «донат», да, и что ты нам ответишь на это? Что нам ответишь? А вам же кое-кто ответил на это. Собственно, без доната там никак. Да бросьте вы. Более того, я на Lefty Vision подписался. Хорошо, я попытаюсь тоже ответить. Но достаточно сложно ответить, так как во всех играх есть донат, есть свои денежные крутые шматьё, крутые шмотки есть в игре, которые покупаются только за деньги. В каждой игре есть такое, почти в каждой игре. Без этого, особенно, ну, там, бесплатные игры, да, там, это точно. Ну вот, то есть на это не знаю даже, что сказать. Сейчас, конечно, там, по-моему, Warface идет так, что с этим борется как-то, да? Ну не борется, точнее, они убрали самый нагибной дон и могут вводить его там только по праздникам. Тем более, там существуют комнаты, сервера, где игроки просят заходить только без доната. То есть кикают и прочее, прочее, прочее. А какой же четвертый пункт, спросите вы меня? Хо-хо, интересно, интересно. Ну, на самом деле, это графика. Многие утверждают, что там графика фиговая. Точнее, не фиговая. Ну да, и графика, и какая-то анимация персонажей, сами персонажи, анимация их подкатов и прочее, да? Кто-то говорит, что графика в играх не главная, между прочим, а тут они вдруг заявляют, что... Ну, они, наверное, имеют в виду, те, кто говорит, что графика в играх не главная, это либо у кого компьютер не тянет, либо нет, все-таки это те, кто говорит про сюжетные игры. То есть, если сюжет интересный, то там не важно. В общем, вы меня понимаете, не про онлайн-игры, да? Допустим, онлайн-шутер, она должен быть с хорошей графикой. Ну, что я могу тут сказать? Честно, ничего плохого я там не видел. Это уже людей не переубедишь, наверное, да? Многие вон в CS 1.6 до сих пор играют, им плевать вообще на графику, она им нравится и все, да? То есть это не то оправдание, как бы не совсем то. Вот предыдущие, они были, да, более убедительны. Там донат, читерство, а вот графика как-то, по-моему, неубедительна. Вообще даже тут нечего сказать. Просто ни к чему, кто говорит про графику вообще. Итак, какой же последний пункт, спросите вы меня? Я вам отвечу. У каждого свой последний пункт. Да, даже не последний, а все остальные пункты, последующие, они у каждого свои. Кому-то одно не нравится, кому-то другое, у кого-то баг, у кого-то еще что, у кого-то не запустилось, у кого-то там еще. Ну, вы понимаете меня. У каждого не угодишь. Это видео, скажу вам, не несло никакого оскорбляющего, никакого защищающего характера. Оно не оскорбляющего и не защищающего характера, это видео. Оно не защищает, не оскорбляет эту игру. Вот. Это все чистая правда, да, это чистая правда. Вот, но если у вас вдруг все-таки подгорел пердак, взорвался пукан, я не знаю, что-нибудь, вы обязательно воспользуетесь огнетушителем, я уже об этом говорил, почему вы не воспользуетесь им еще раз? Все-таки он наш спонсор, как-никак. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Ну, кто смотрел некоторые мои видео, понимает, о чем я. Ну что же, а я на этом прощаюсь. Всем хороших чего-нибудь там. Пока.